Сейчас вы услышите уникальную, историческую, еще никогда не воспроизводимую запись. Мы видим музыкальную группу, состоящую из трех человек, которые стоят в центре хангара. Музыканты не могут пошевелиться, так буквально пронизаны ярко светящимися красными нитями. На лицах актеров видим напряжение и даже испуг. Пробегающими искрами по нити мы даем понять, что они под напряжением. Точка. По всему видно, что они так стоят давно и уже нету сил не шевелиться. Царящее напряжение мы усиливаем прилетевшим комаром. У своим противным писком садится на краешек лба вокалистки. На лице актрисы наблюдаем ужас. Растает в раздражении, и вдруг певица сама того не ожидает. Сама того не ожидая, языком, как у хамелеона, она жирает со своего лба комара и глотая его произносит: мама, 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 да, да. Начинается музыка. Вот, смотри. За музыкой. Музыкой. Начинается музыка, и обессилевшие и полные отчаяния музыканты начинают свой побег. Чтобы продвигаться сквозь паутину смертельно наэлектризованных прутьев, музыкантам приходится принимать странные, причудливые, даже уродливо комичные позы на грани человеческой непереживимости. На лице гитариста тихий ужас, он не может кричать и тихо страдает лицом. А певица сочувствующе снова вскрикивает: мама. Смотри, я тебе просто объясню. Мама. Нелепые позы, затевание канатов, вспышки, дым. Отъезжаем от сидящих на финиш музыкантов. Отъезжаем и понимаем, у них не хватает конечностей. Певиц вообще остались только голова и туловище. Они ружно сидят, подперев друг дружку, не давая вокалистке упасть. Музыканты допевают, доигрывают припев, и вокалистка падает. Все это подано с юмором в стиле фильма «Смерть ей к лицу». Всем спасибо, съемка окончена. Bye.
каким ты на нее действуешь.